За 15 минут до начала рабочего дня в многопрофильный медицинский центр клиника Лядова уже приходят первые пациенты. Как известно, в октябре проводится месяц профилактики рака молочной железы. По такому случаю в клинике был организован день открытых дверей, на котором бесплатно проверить состояние своего здоровья могли не только химчанки, но и жительницы соседних городов. Про день открытых дверей узнала на сайте, случайно просто пролистывала новостную информацию и увидела, что сегодня день открытых дверей. Решила воспользоваться таким шансом, потому что можно пройти бесплатно по полюсу специалистов, которые необходимы. У посетителей клиники появилась возможность получить консультацию у маммолога, онколога и других специалистов, а также при наличии показаний сделать УЗИ и маммографию. Для приема требовался всего лишь полис ОМС. Сегодня день женского здоровья. Мы принимаем пациенток, у которых есть проблемы в молочной железе, или они, наоборот, хотят просто планово обследоваться, не имея никаких проблем. Ответственные, здоровые, молодые женщины. Также мы принимаем пациенток с любыми заболеваниями женской сферы. Рак молочной железы признан самым распространенным среди всех онкологических заболеваний, поэтому специалисты рекомендуют на регулярной основе показываться врачу. Хотя бы один раз в год пациентка должна показываться доктору. Женщины до 40 лет должны один раз в год приходить к маммологу, проходить обследование, желательно делать ультразвук. Женщины более старших возрастных категорий делают такое исследование, которое называется маммография. В медицинском центре у жителей есть возможность пройти полный цикл лечения – от консультации до реабилитации. Доктора клиники Лядова занимаются лечением 8 из 10 видов онкологических заболеваний. Подобные мероприятия теперь планируют проводить на регулярной основе.